Через год после смерти бывшего бизнесмена Сергея Косована Европейский суд по правам человека вынес приговор и осудил Республику Молдова по этому делу. Правительство было признано виновным в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, а также в бесчеловечном обращении. В то же время государство было вынуждено выплатить семье Косована 15 тысяч евро в качестве возмещения ущерба. ЕСПЧ постановил, что определенные медицинские процедуры были прописаны, но не были проведены полностью в пенитенциарии, в частности, количество и последовательность лечения, прописанного в решении медицинской комиссии. Чтобы оправдать несоблюдение лечения, правительство выступило перед ЕСПЧ со следующим аргументом. Врачи из пенитенциария должны реагировать на любое изменение состояния здоровья заявителя, увеличивая или уменьшая дозу и меняя лекарства. Хотя власти пытались пояснить Европейскому суду по правам человека, почему схема лечения могла не соблюдаться, там представленные доводы посчитали неоправданными. По мнению судей, изменение лечения должно было пройти под строгим наблюдением врача-специалиста, а в исправительном учреждении больничного типа, куда был госпитализирован Косован, не было гепатолога. Еще одним нарушением, по мнению ЕСПЧ, является необоснованное применение предварительного заключения. Суд постановил, что для продления срока заключения заявителя предварительные меры заключения до рассмотрения дела в суде были применены отсылки на тяжесть совершенного преступления, вероятность побега или рецидива, а также влияние на ход дела с целью уничтожения улик или оказания влияния на свидетелей и пострадавших, то есть основания, которые зачастую предъявляются прокурорами. Таким образом, своим решением ЕСПЧ выявил самые серьезные проблемы в судебной и пенитенциарной системах нашей страны. Адвокаты заявителя также утверждают, что в последние годы увеличилось количество смертельных случаев среди заключенных, поскольку они были лишены квалифицированной медицинской помощи в тюрьме. В данном случае необходимо было бить тревогу и ставить приоритетом правительства именно серьезные реформы касаемо медицинского обслуживания в пенитенциарной системе, а также реализации исполнения рекомендаций, которые сформулировал Комитет против пыток. Сергея Косована задержали в сентябре 2017-го по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, фальсификации документов и превышении полномочий. Бизнесмен страдал циррозом печени, и после задержания его здоровье ухудшилось. Тогда врачи диагностировали у него терминальную стадию цирроза печени, сопровождающуюся рядом тяжелых осложнений. В апреле 2018-го судья Сергей Стратан отклонил запрос прокуроров о продлении ареста из-за очень плохого состояния здоровья обвиняемого и перевел его под домашний арест. Однако на выходе из 16-й тюрьмы Косована задержала полиция, сопроводила в изолятор временного содержания. Ему предъявили обвинение по другой части статьи 190 Уголовного кодекса о мошенничестве. До своего ареста мужчина стоял в очереди на пересадку печени, операцию, которую провести так и не удалось. В этот период несколько неправительственных организаций, а также омбудсмен требовали освободить Косована из-под стражи, чтобы он мог проходить лечение. Лишь в ноябре 2019 года, когда Косован был в крайне тяжелом состоянии, после того, как апелляционная палата вынесла приговор, было издано распоряжение освободить его из тюрьмы в связи с тяжелой болезнью, препятствующей исполнению приговора. Год назад бывший владелец рынка Куркубеу скончался в столичной больнице Святой Троицы, однако до сих пор национальные инстанции так и не вынесли окончательного решения по этому делу. Ранее в нынешнем году Центр правовых ресурсов обнаружил, что Молдова входит в число стран с наибольшим количеством обвинительных приговоров ЕСПЧ. В 2021 молдаване подали в 3 раза больше жалоб, чем в среднем по Европе, а международный судебный орган выявил 69 нарушений конвенции о защите прав человека. Это самое большое количество судебных решений с 1997 года, когда Молдова к ней присоединилась. За все эти нарушения правительство было вынуждено выплатить компенсации на почти 2 640 000 евро.